Так, здравствуйте, друзья. 18 декабря 2022 года. Скоро Новый год. И мы с вами находимся у меня в компьютере и будем продолжать учебу. Как это выглядит? Значит, информация гигантская. Нет, небольшая, гигантская. Все не пересмотреть. Жаль только, что у нас просмотров мало. Вот. Там, где учат убивать, там всегда много. Я не могу это ничем объяснить. Вроде бы я говорю и объясняю о моих этих самых... моей технологии каторжный труд просто отменен. Просто отменен. Бесконечное опрыскивание, бесконечное обрезание, бесконечная перекопка. Но это не помогает почему-то. И на ура воспринимается, допустим, весной резать, летом резать, осенью резать, поздней осенью резать, зимой резать, и это воспринимается на ура. Спасибо за науку. Может, из вежливости так говорят, но потом берут секаторы, пилы и пошли резать. И вот мы с вами сейчас расширяем наше мировоззрение. Каким путем? Значит, моя технология пошла в массы, и поехали, и мы тоже поехали. Итак, Павел Троценко, вот он, Павел, да, это мой ученик, мой друг, автор, не с автор, как это называется, редактор моих книг, вот, и у него свои, вот он, это называется ВКонтакте, это, так называется эта штука, знаете, что это такое, это сеть ВКонтакте, и вот его переписка. Смотрим. Короткое сообщение, но полезно. Итак, его переписчик, и, как сказать, собеседник пишет: сын манжурца скоро поселится на нашей даче. А еще рыжий, амур, Алеша и многие другие морозостойкие сорта абрикосовых деревьев, первые косточки которых были заботливо посажены сегодня в нашем экологически чистом поселке. Вот мы и будем смотреть, что из этого получается. История началась осенью 2019 года благодаря Александре, которая при покупке участка на нашей даче... Господи, где же это? А тут не написано. Начинаю подозревать, что в Калининграде, но не верю. Так, Александра со своей дружной семьей подарила нам идею превратить поселок в прекрасный сад из абрикосовых, вишневых, грушевых и других плодовых деревьев, которые в нашем климате будут давать богатый урожай спелых и сочных фруктов. В сентябре в Хакасии у создателя уникального сибирского сада В. Жельдова было закуплено более 1000 плодовых косточек, которые на протяжении полугода бережно хранили в специальных условиях, теперь они готовы к новой жизни. Всего за неделю мы оборудовали грядки и выкопали колодец для их постоянного полива. Сегодня засеяли первую часть, но работы приостановили из-за нехватки пластиковых бутылок. Ведь на одну грядку для выращивания защитных саженцев необходимо было более 120 штук. Сейчас собираем бутылки и готовимся к новому этапу работ. И вы тоже можете помочь легко и просто. Будем очень благодарны всем жителям поселка за предоставление пустых пластиковых бутылок объемом 5-6 литров. Нужны больше 500 штук. Ведь обычно их учат быть выброшенными. А в деле создания настоящего сада они окажут реальную помощь. Дальше идут фотографии. Вот их-то я сейчас хочу прокомментировать. Только одну секунду. Сейчас. Сейчас я вам покажу фотографии. Один из тысяч моих маленьких уроков будет закончен. Вот.
Поехали. Итак, нажимаем. Ну, наверное, вот эти фотографии просто украсили вот эту страницу. Вот. А у меня глаз набитый. Я не говорю, это плохо или хорошо, или, но, наверное, вот это все делалось для красоты. Нажимаю на первую фотографию. Если это учебный фильм, мы должны посмотреть. Я уже вижу. Это фотография из интернета. Сейчас мы посмотрим, как ей пользуются. Где-то когда это не моя. Следующая моя. Где-то когда-то кто-то ее сделал. А теперь смотрите, что получилось. Так как у сотен интернет-магазинов и сотен плодопитомников, якобы плодопитомников, которые являются перекупщиками, своих садов нет, а продать надо. И вот они берут фотографию с интернета, в том числе мои. И вот я нажал «Найти изображение в Яндексе». Давайте посмотрим. Это просто, мог бы я и не придираться. Это просто фотография украсила вот эту страничку. Вот. А потом получается, ой, когда же она кончится, когда она кончится. Вот. Она же вообще когда-нибудь кончится. Вот. Все. И вот получается, что ее используют кому не лень. Чаще всего фальшивые плодопитомники. Вот это я хотел подчеркнуть. Вот. Именно потому, что своих сделать негде, невозможно. Садов нет, а саженцы есть. Вот это вот напоминает этого самого фокусника. Представляете? Который из ничего ту курицу достает, ту голубя. Из ничего. А эти саженцы достают из ничего, без сада. Сада нет, саженцы есть. Но это, к слову, это учеба. Теперь мы с вами в следующей фотографии, это не вот это я как-то пролистнул мимо. Ой, не, ага, следующая фотография, это уже точно моя. Это есть, помните, вверху упоминалось, что мы будем садить сыновей мазурского абрикоса. Косточки. Это один из тех деревьев, которые взяты косточки. Вот, это уже 100% моя. А давайте тоже нажмем. Ой, люблю я это. Найти изображение в Яндексе. Мне-то не страшно попасться на обмане, раз его нет. И вот. И вот получается следующая история. Выращиваем абрикос в средней полосе. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это значит, что вот эту фотографию вот эта фирма присвоила. Вот. Дальше абрикос Снегирёв. Вот видите, сын манжурца уже назвали Снегирёв. Это учеба, ребята. Вот, посмотрели, полюбовались. Возвращаемся обратно. Вот. А вот это вот, где вы берете фотографии для рекламы, ответы эксперту всем дать. Допустим, открою. Кому интересно? Вот. Видите? И вот получается, они тоже взяли эту фотографию для как бы работы, где берете фотографии. Я надеюсь, что где же это должно быть-то? Знаете, из нашего... А, я вот всем дать, я размещал свои статьи. Может, это моя статья? Ну, что-то я не вижу. Нажать нажал. Ладно, тогда не будем отвлекаться. Вы поняли. Сюда заглянули. Так. Вот. Всем дальше. Они меня печатали. Наверное, тут отголоски моих данных, моих этих статей. И вот уже абрикос «Северное сияние», оказывается. Да. Купить на ЖУЖУ. А фотография очень эффектная. Ее еще назвали колоновидной. Вот. Демонстрируйте абрикосы. Видите? Ой-ой-ой. Удивительные клоны. Но это может быть статья. А, это может быть моя статья. Вегетативная флора. Нажался. Не удержался. Не удержался. Вот это, наверное, моя статья, потому что это уже моя фотография. Вот это вот.
Вообще, дальше можно не читать. Создание вегетативных клонов с помощью прививок вместе с развлечением лысинковщицы признаны многие ученые уже наукой. О, справа железо. Все. Хотя бы польза от этой фотографии есть. Вот. Вот она. Это уже они разместили мою статью. Видите? Вот. Возможно, это будет следующее продолжение, следующий фильм. Итак, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Третья фотография на этой страничке. Она не моя, но я уже не буду вникать, кто и что. Идем дальше. А фотография должна быть... Вот это вот заканчивается сертификация абрикосов. Обычно абрикосам дают 2 месяца. Это их фотография, так. Вот. И они уже высаживаются. Еще есть пара ценных фотографий. Вот они. Вот, видите? Вот уже высадили, закрыли от мышей. Вот, и закрыли от лишних проблем. Вот, 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 вот. Вот будущий сад целого поселка. Ну и сделали колодец для полива. Вот он. Вот он. Все, заканчивалось. И, наверное, мы на этом закончим именно этот кусочек фильма. Значит, он попадет в серию. Бог знает, может, 20-й, может, номер, может, еще какой-то. Эта серия мне называется «Опыт моих учеников и моих друзей». Конечно, опыт еще маленький. Опыт, сейчас я возвращаюсь к источнику. Опыт еще маленький, но все-таки опыт. Где мы были? Вот мы были тут. И сейчас что будет дальше? А дальше мы будем продолжать, 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 потому что ниже уже пойдут успехи других людей, которые уже... А это здесь только проект. Проект. Видите? Они только высадили. Результат не знаю. А когда-то эта серия не кончается, когда-то мы увидим и уже готовые деревья, готовые плоды. Пока позвольте на этом закончить. Хоть маленький, хоть начало пути, но это тоже опыт, это тоже достойно изучения и где-то повторения. 1000 косточек, это вам не петух прокукарекал. Вот. Друзья мои, я на этом заканчиваю очередную серию.